Скажите, пожалуйста, можно ли поливать хвойные летом водой со скважины? Скважина глубиной 13 метров. И вода с нее достаточно холодная. Не навредит ли это хвойным? Конечно же, навредит. Если летом поливать холодной водой, очень сильно. Если у нас тут 40 градусов жары стоит, или у вас, и вы поливаете водой, которая очень холодная, то есть плюс 5, плюс 4, то есть ее руку невозможно удержать, то хвойным, конечно же, это будет. Наоборот, даже вот сеянцы, однолетку, я стараюсь поливать водой комнатной температуры, потому что на улице даже еще как бы прохладно, но такой водой чуть-чуть подогреваю ее, поэтому они идут лучше. Весной, чтобы они быстрее пошли в рост, желательно воду маленько подогреть. Потому что земля холодная, земли водопроводная вода даже идет холоднее, чем грунт. Грунт на улице. А со скважины я советую отстаивать, обязательно отстаивать воду в каких-нибудь емкостях, потом уже затем поливать. Не стоит сразу со скважины брать и поливать. Скважина, во-первых, отстойная, она и закольцованность, она уйдет, поменьше будет, и нагреется до той температуры, которая на улице. Ну, это довольно-таки, да, скважина хорошо, но поливать холодной водой, очень холодной водой, я не советую. Вода очень холодная, на улице жара. И пропадает все. А маленькие вообще махом. Если мелочь полить холодной водой, ледяной, а на улице жара, например, ну, не советую я этого делать. Со скважины обязательно надо отстаивать. Вывод по вопросу, можно ли поливать со скважины, один. Надо отстаивать обязательно. Обязательно отстойной водой со скважины, а потом уже все. С вами был Евгений Филимонов и питомник «Хвойный дворик». Спасибо.